Педагоги третьей школы – настоящие новаторы. Они первые предложили начать подготовку ребят к сдаче норм ГТО уже с дошкольного возраста. Все испытания полностью соответствуют строгим требованиям нормативов. 1 сентября 2014 года правительством Российской Федерации было принято решение воссоздать нормативы ГТО. Мы входим, дошкольники, входят в первую ступень, вошли. И я считаю, что это правильно, что ГТО начали внедрять с дошкольного возраста, потому что в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития детей. Еще одно нововведение. Дети сдавали нормативы вместе с родителями плечом к плечу. Малышам бывает не просто справиться с сложными упражнениями, но когда они чувствуют поддержку мам и пап, им не страшны никакие испытания. Физкультура, спорт должна присутствовать в каждой семье с детства, и родители собственным примером должны показывать этот пример, который будет очень положительно сказываться на состоянии здоровья на ребенка на всю жизнь. Мы сами занимаемся спортом и приучаем этого к спорту ребенка нашего, потому что движение, спорт – это жизнь, поэтому движение – жизнь, спорт – это жизнь, поэтому здоровый образ жизни – это отлично. Этот проект педагоги планируют и дальше развивать, тем более он нашел такой широкий отклик и среди детей, и среди взрослых. Неделя ГТО будет проходить ежегодно, что позволит в динамике наблюдать за физическим развитием ребят и с учетом результатов корректировать образовательную программу, уделяя определенным дисциплинам большее внимание. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».